хороший. Угощей, будь хороший. Спасибо, соседи. Не оценил мою доброту, Кощей негодник. А вот вы мне скажите, добрая я или нет? Если на миг закрыть глаза и с головой окунуться в мир пьесы, сложно даже представить, что на сцене играют не совсем обычные актеры. Традиционный международный театральный фестиваль «Непротоптанный шлях» собирает на Брестской земле самые искренние коллективы и их особых актеров, для которых театр – не просто возможность продемонстрировать свои силы и умения. Это еще один шанс сказать всему миру о том, что они такие же люди. Просто чувствуют и сопереживают происходящему вокруг более эмоционально и открыто. У нас очень талантливый режиссер Константин Михряков, который поставил, собственно, этот спектакль. Он находит подход к каждому ребенку и каждому родителю. И, соответственно, мы работаем все вместе командой, то есть и родитель, и ребенок. И мы выходим всегда с большой радостью, с интересом. Хотим выступать. На протяжении 2 дней площадка Дворца культуры профсоюзов была местом творчества, креатива, искусства. Представить свое видение особого театра здесь смогли не только режиссеры, руководители творческих студий, но и специалисты по адаптации и реабилитации. Мы движемся позитивно, то есть мы стараемся учитывать какие-то свои ошибки, исправляться, расти. Нам приятно наблюдать, как растут коллективы, которые приезжают к нам из года в год. Приятно видеть, как люди готовы воспринимать конструктивную критику, делиться опытом, какими-то достижениями, неудачами. Это все очень помогает нашей большой дружной такой театральной семье. Наперед организаторы загадывать не любят, мол, планировать пока еще рано. Однако они надеются, что следующий 15-й юбилейный фестиваль соберет еще большее количество коллективов и экспертов, что он запомнится яркими красками и необычными постановками.